56 миллиардов 330 миллионов рублей составит республиканский бюджет на 2019 год. Сегодня Кабинет министров рассмотрел третье в этом году уточнение главного финансового документа. Бюджет увеличился на 830 миллионов рублей, 202 из которых – федеральные средства. Остальная сумма за счет роста собственных доходов. Увеличиваются акцизы на нефтепродукты и крепкий алкоголь. Растут плановые назначения на доходы физических лиц. Это связано с увеличением роста номинальной начисленной заработной платы. Годовое поступление НДФЛ оценивается в объеме не менее 9,8 миллиардов рублей с ростом к уровню прошлого года на 5,5%. Если говорить о расходах, то они после уточнения составят 56,5 миллиардов рублей, больше, чем в прошлом году на 17%. Основная сумма увеличения 448 миллионов рублей приходится на развитие образования, 215 на здравоохранение, 131 на развитие физкультуры и спорта. На эти деньги строят 17 детских садов, поликлинику в Чебоксарах, реконструируют дороги, модернизируют отрасль ЖКХ. Часть средств направят на капремонт учреждений, покупку оборудования и многое другое. Татьяна Леонтьева, Татьяна Раевская, Андрей Шоклев, Республика.